Привет! Вы на канале Мистер Вапл, и этот канал создан на базе барбершопа. Здесь мы снимаем разные автомобильные движухи, которые нравятся пацанам. В данный момент именно это видео о том, как мы строим наш дивскорч, на котором я буду раздавать всю зиму. Есть еще предыдущие серии, как мы его покупали, как мы сломали двигатель. Если интересно, ссылочки будут в описании. Так что садитесь поудобнее и смотрите, как мы наконец-таки его соберем и немножко поднавалим. Здравствуйте, мы хотели бы вам сказать такую вещь. Вам нужно менять впускной патрубок один раз, впускной патрубок второй, два, шланг гидроусилителя, который он тебе оставил, он скоро порвется, его тоже нужно менять. За лента спасет мир. Перебитый, в трещинах. Ну вот, это самое, рублей 70 есть. Без изоленты ни один дивскорч не может быть. Сколько денег это? 500. Ты гонишь. Оно не может столько. Почему? Потому что тут на 500 не тянет. Знаешь, какие у меня сейчас больше сожаления выскакивают? Я когда не ставлю объявление, я вижу какой-то подготовленный корчеваген, такой типа трешку стоит. Думаю, вот дебил, надо было покупать, да и все. Рационально и последовательно. Последовательно ты выйдешь с гидроусилителя. Хорошо, на этой подвеске от 30-ки. Да. Ну, и ты не будешь варить мою рейку. Буду я. А кому ты возьмешь? А как ты мне потом обратно мои эти самые приваришь? Все равно новое. Тяги, наконечники, пыльники новые поставлю. Короче, это Виталик, и он первый раз накаркал, что мне столько не двигается. Я не накаркал, я слышал. Констатировал факт. В этот раз я даже вижу. Перестраховаться и мы это. Ну давай, бей. Виталик. 800. А ты будешь стрелять на меня? Да, 700. Что 800? Доллар. Дрифт-скорчом это как по ступеньке лезть и постоянно такой, оп, вот оно, и бац, что-то обломалось. Но вот, думаю, наконец-таки напрямую мы кинем движочек скоро и поедем на эту пятницу. В следующей серии будем делать уже подвеску, пока надо со всем этим разобрались и подбиться по деньгам, сколько мы уже потратили пока. Это моя прелесть, и она собрана, обслужена по мини-резиночке, впускные, выпускные прокладочки для калиперов. И теперь это все, что ходишь, куда? Нык! Это от Lexus, он бэку не подходит, а это от Lexus. Выключи эту штуку. Зацепился! Ничего, ничего. Всем спасибо. Установка двигателя такой. Когда у тебя дрифт корчит, у тебя в карманах может такая мелочь только лежать. На больше ты не способен. Писа готова. Ждем электрика. Он сюда сейчас приедет. Он что, разобрался? Да, мне еще надо там подключить пару проводов. То есть чисто теоретически должно все быть хорошо, сам. Ну да, частично, да. В теперешний момент у нас мы ждем ЕВС. Сейчас он до конца зашьется, на панель закинемся и все. Рассказываю, что у нас происходит. Собрали движок, вкинули, примерили кардань наш. С двух собрали один, сварили, центровали. Сейчас будем ставить. В принципе, с этим все хорошо. Но не без проблем.
Ключ ЕВС, короче, не видит мозги, потому что у нас нету панели. И поэтому мы отдали электрику это все на стол, он там на столе что-то химичит, отвязывает, вернее, этот ЕВС, или привязывает наоборот. И мы просто ждем, когда это все чудо заведется. Но двигатель же стоит на своих опорах, проложена проводочка, все установлено. По идее, должно быть заришки, должно быть вкусно. Рейка, короче, рулевая рейка, 80 баксов. Хорошо, что мы начали весь этот проект еще в летом, потому что все настолько растягивается, что ты никогда не успеешь это сделать. Кстати, кулицу собрали, моя осталась короткоходная, я очень счастлив и очень рад, но рычажги, скажем так, от всего подряд уже 3-4 пошли какой-то, я даже не в курсе, но уже не родные рычаги для кулисы. Кстати, вот меня одно успокаивает, что моя 30-ка висит нормально на своих порогах, они аккуратненькие, целенькие. Еще надо завести, чтобы он застучал и снять. Я уже просто смирился и понял одну вещь. Вова, ты себе позволил купить игрушку. Ну вот наслаждайся, купил и забудь. Это просто игрушка, хватит считать деньги. Теперь понимаю, почему люди не считают деньги. Что там просто... Бац, еще минус 40 рублей. Ну, вы сами понимаете, новый двигатель, новая панель нужна. Так что пойдем отдадим на СТО, узнаем вообще, что с нашей BMW. Но, судя по всему, не очень хорошо все. Вернее, она завелась, все здорово, классно. Но мы не успеваем по срокам, и все летит просто в тартарары. И, скажем так, ощущение удовольствия и кайфа от всего этого уменьшается и уменьшается. Панель 39 нужна, с каном. Вот эта панель с 2.8, стояла она на 2.8. У пацана на 30-ке здесь. И что? Ну. Проводка не готова еще, но двигатель заводится. И мы сейчас заведем и послушаем, как он сладостно успокоит мои нервы. Мы еще с ним не посчитались, но денег ему должны, может, надо детей кормить, наверное, да. В общем, 600 рублей. Это просто аванс даже, это не расчет, просто аванс какой-то там. Где-то там дельта с кредитом свести. Поехали, родная, давай! Короче, мое дело просто делает дзынь и все, а все остальное ерунда. Денис Мацурин бай подогнал очень дешево, 4 колеса белшина. 100 баксов на 4 колеса, то что снова дзынь. План на сегодня такой: заварить глушак, выехать, чуть-чуть пикануть. Завтра Вова соберет морду, мы снимем уже нормальные, так сказать, наши впечатления о 2.8, как он едет и что себе это представляет, и подобьем там по деньгам. Едет бодро, но сцепления нету. И мы едем сегодня в Липки. Я знаю, что я буду ужасно ездить, но зато я наконец-то до туда доеду, хотя проеду спустя 2 месяца покупки бы. Вы не подумайте, я не волнуюсь за то, что я машину рассажу, я волнуюсь за то, чтобы перед пацанами стыда не было. Так, я не понял, как она не заводится? В смысле не заводится? Я уже испугался, бензин это полбеды. Ну ладно, это ерунда. А если линуть 2 литра откуда? Но заехал. Ты что, нормально люди вот этой штуковиной полируют обычно салоны. Ну а мы заводим его, да. Давай. Было и просто. ЕВС у меня ошился. Теперь пацаны берут мой ЕВС, скидывают в BMW за счет того, что у них панель вместе с шиной. Они прописывают мой туда ключ. И все это зашито и снова ставят ко мне в машину. Завелась. Пока не моя, но на моем мозгу завелась другая машина, так что сейчас все будет хорошо. Я не хочу ничего говорить сейчас. В общем, все плохо. Машина завелась, но она двоит, троит. И непонятно что. Хотя буквально, ребята говорят, час назад все было пышка.
что у нас? Отвалился выходной каскад, дроссельный заслон. А на русском можно? Каскад, у нас не видит дроссельный заслон. Причина? Проводка. Проводка. Мы сейчас это сделаем. Мы стараемся. Ну понятно, что я уже на Мацуре не поеду. Ну хотя бы вообще, здесь. Вообще, чтоб ты хоть поехал. Кстати, я бусы отдал, мне нужно на посиднев на 2 дня. Резюмируем. Все сваливаются, никто не выходит в кадр. Вот такая да, дрифт-тусовка, все сваливают сразу. Скорее всего, накрылся мой дроссель, потому что мозги не видят его. И машина троит, чихает, пыхает, на газ толком не отзывается. Мацури Бай сегодня накрылась. Грустно, печально, это было последнее в этом году. Так что я врываюсь сразу же просто в зимний дрифт. Осенний и летний мокрый мимо меня прошел весь. Но это не конец серии. Мы ремонтируем машину. Считаем все-таки итого, сколько мы в нее всадили. И хотя бы выйдем на парковку на 2.8 навальнуть. Но я вам скажу честно, то что позавчера я приезжал, проехался на 2.8. 2.8 делает вещи. Это классно. Итак, срочное включение. Позвонили со Старэкспресс и сказали, в чем причина. Накрылся дроссель. Вроде бы должно быть все легко, так что я уже вызвонил, нашел, где он находится. Еду его забирать, стоит 25 баксов, вроде бы недорого, так что... Поменяли дроссель, Володя снова очкует. Че, не хочет? Сейчас меня будут разувать на бабки, просто я буду дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Это первый что? Ремонт. Это второй ремонт. Ты что, охренел столько много? Допустим. Короче, у меня обошлась 1100, да? 1099. Тысяча. Тысяча? Да. Тысяча? Да. Ты 99 скидку делаешь? Да, с $50. Отлично, блин, мне уже радует. 1000. Да ладно, я еще даже не начинал торговаться, мне уже скидку делают. Масло, а что за масло ты залил 170 рублей? А сколько масло стоит? Shell. Shell? 540 ультра. Просто расходников, чтобы поставить двигатель на 979 рублей. Так, ты им сказал, что работа под установки двигателя будет стоить 600 рублей. Ну, да. А 140 что? Переборка вся его. 2779. Я думаю, 2500. 2500 нет, не прокатит? Нет, ладно, это жестко. Ладно, давай тогда 2550. Мне кажется, Вова сразу написал цену с предметом того, что я буду торговаться. 2670. Давай я предлагаю, смотри. 2600 и плюс сертификат барбершоп. 2600 плюс 50. 2650, ладно, тут было. Ты так уже до хрена. 2650. Я не заработал ни хрена на это. Так, и я тебе дал, это самое, 310 рублей. Ой, 610 рублей. 615 рублей. Минус 615 рублей. Итого остается отсюда 2650. В смысле 2600? 2030 с тобой. Дзынь! $1015. Ладно, 1005 долларов. Дзынь по курсу. Ура! Она сломается сегодня? Да. Ладно, ну на самом деле в этом ничего жачного нету. Это постройка дрифт-корча, так что... У нас сегодня выезд просто для обнаружения очередных ошибок. Не надо. Пацаны, спасибо! Я скоро вернусь. Всем доброе утро. Да, сейчас нету видеоряда о том, как я навалил на BMW, потому что я думаю, ну, проедусь вечерком так пару кружочков, а потом уже съездим с ним видео на YouTube, то есть доснимем сюжеты. И что вы думаете? У меня оторвало плоть. Видите, вон там она выскочила. Болтается просто. Так что обратно в гараж ставить ее. Самые последние новости про малышку или корч. Не знаю, как даже лучше. Сделали полуось, ребята собрали с двух полуосей одну, так что я на запчасти не потратился, просто работа, дзынь, минус 20 баксов. Это хорошая новость. Есть также еще хорошие новости. Я продал турбокит со сломанным двигателем.
700 баксов плюс дзынь в копилочку. Вот этому я реально рад. Я даже не ожидал, что я хоть как-то отобью эти вложения. Еще хорошая новость. Вот эти диски, которые сейчас стоят, 17-е, на 4 болта, я их продал уже. Они, хоть у меня еще пара стоит перед, но их уже забрали. И мы уже переходим на ступицу 36-й BMW. Кстати, ему уже колеса эти лежат. Будем ими пользоваться. А эти диски мы отдадим. Так что плюс 100 баксов, дзынь, снова вообще в копилочку. И после всех этих мучений я сегодня приехал на площадку немножечко подальше от Минска и хочу просто насладиться теми вот вложениями, которые я потратил на это BMW, и получить удовольствие. Вы там все просто дрифт корч и бочком, просто высшая мера удовольствия. Полось снова бахнуло. Дрифт — это приблизительно вот так. В общем, еще одна полуось пошла на минус, порвала редуктор еще. Хорошо, конечно, но она порвала редуктор, ты понимаешь? Это хорошая поломка, но я на эвакуатор попал, я не доеду теперь никуда. На самом деле я очень радостный. Знаете почему? Потому что раз разваливается полуось, значит машина валит, так что все правильно мы сделали. Хватит бухать, покупайте дрифт-корчи и валите. Это столько удовольствия, вы просто не представляете. Я вам скажу, знаете, что в дрифт-корче есть еще какая-то под своя философия, можно расслабиться. Вот стоишь на парковке где-нибудь за городом и ждешь эвакуатор. Думаешь о жизни, о проблемах. Все шутки-шутки, но уже не показали, что у нас происходит с машиной сейчас, смотрите. Заводим. Кстати, я выхлопом не показывал. Ну что, видео закончилось, конечно, не с лучшим сценарием, но это было все равно весело, даже слишком весело. Уже в следующей серии мы едем на тренировку и просто пробуем, что такое, так сказать, научиться нормально ездить боком, а не просто крутить пятачки. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за нашим проектом. Ах да, 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 самое главное, скоро будет просто бомбическая внешка. Вот очень бомбическая. Не пропустите, подпишитесь.